Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Казалось бы, давно избитое выражение, однако до сих пор актуально. После весеннего разлива рек и схода воды на прибрежной зоне образуются огромные кучи пластика и стекла, а под мостами – заторы из старых выкорченных деревьев. Перед студентами гидротехникума стояла непростая задача – очистить территорию городского пляжа на реке Самара, где мусора было настолько много, что каждый из участников акции буквально за полчаса набрал по 2-3 мешка различного хлама. Но это не останавливало будущих программистов и землеустроителей. Работа кипела. Мы как бы очищаем природу, очищаем наш город Бузулук. Может, другие пойдут там тем же примером просто-напросто и будут как-то меньше мусора выкидывать. То есть будут следить за своей же природой, там же, где они и живут. Меня тянет убираться. В это же время на реке Бузулук студенты лесхозтехникума бензопилой распиливали огромные деревья, которые застряли под мостом. В общей сложности акция «Чистые берега» продолжалась несколько часов. Мешки с мусором вывезли на полигон, а всех участников поблагодарили, накормили горячими пирожками и напоили квасом.